главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Отчитались. Чем может похвастаться Кабмин? Новые требования, что на сей раз хочет МВФ за очередной транш. А судьи кто? Подробности одесского скандала с пьяным служителем Фемиды. Введут или не введут чрезвычайное положение в энергетическом секторе и как это отразится на украинцах? Вот главная интрига заседания Кабмина, которое созвали на день раньше, чем обычно. Однако журналистов ждало разочарование. О чем же говорили сегодня министры и премьер? Далее в сюжете. На этой неделе в Кабмине решили нарушить традицию. Заседание правительства, которое обычно по средам, собрали на день раньше. У журналистов главная гипотеза. Возможно, из-за блокады угля, из так называемых ДНР-ЛНР. Министры хотят побыстрее ввести чрезвычайное положение в энергосекторе. О чем настоятельно рекомендовали накануне Минэнерго в антикризисном энергетическом штабе. Так ли это, мог бы подтвердить сам министр Игорь Насалик. Но он к журналистам не спешит. Выходит с остальными членами правительства. Пока все рассаживаются, слово берет премьер. Первое, с чего я бы хотел начать, это с публичного звіту. В апреле истекает год с момента избрания правительства Гройсмана. И к этому моменту премьер должен отчитаться о работе своего Кабмина перед парламентом. А за 45 дней до этого по закону перед самим правительством. Поэтому и такая спешка. Відпровадження, системного впровадження нової, абсолютно нової системи державних закупівель. Маємо сьогодні колосальні результати заощадження державних коштів. Це більше 8 миллиардов гривень. О достижениях правительства премьер рассказывает около часа. Упоминает о разработанном антикризисном плане действий, росте экономики, ремонте дорог, повышении минималки, модернизации Укрзалізниці и многом другом. Напоминает, что уже более года Украина обходится без российского газа. А «Нафтогаз» вместо госдотаций теперь декларирует 21 миллиард гривен прибыли. Останавливается и на вопросе блокады поставок угля с временно оккупированных территорий страны. Коли мова йде національної безпеки нашої країни, коли мова йде про те, що люди, які в оселях, мають затримати нормальне тепло і електроенергію, сьогодні власними руками українці хочуть, деякі українці, зірвати опалювальний сезон, спонукати вялове відключення електроенергії в нашій країні, це є неприпустимо. Треба розмежувати боротьбу з контрабандою, и размножевать борьбу с украинским народом. Треть электроэнергии, добавляет премьер, производит из антрацитового угля, который добывают на оккупированной территории. Если от него отказаться, запасов на украинских ТЭС хватит на полтора месяца, а потом придется покупать дорогой импортный. Можно, конечно, ТЭС модернизировать и перейти на газовый уголь, но для этого, подсчитал Гройсман, понадобится до 5 лет и 15 миллиардов гривен инвестиций ежегодно, ответил глава правительства и на критику тех, кто уверяет, что в стоимость украинского газа заложен тариф «Роттердам плюс». Это не так. Потому что на Роттердаме вугілля коштує біля 3000 гривен, а в тарифе оно враховується 1730 гривен. Тому 3000 гривен – это фейк. В Роттердаме сегодня купувати неможливо вугілля по одній тільки причині. Воно майже вдвічі коштує більше, ніж закладено в ціну українського вугілля. Украинскую электроэнергию. Тем не менее, энергетическую безопасность в стране правительство гарантирует, заверил Гройсман. И пообещал в 2017-м экономический рост, проведение на высоком уровне Евровидения и продолжение борьбы с коррупцией. На этом моменте премьер остановился особо. Мамою украинской экономической слабкости, знищення украинской независимости, коррупции є Юлія Тимошенко. Чи може вона не має відношення до всіх корупційних схем, пов'язаних з газом? Чи не по її контракту сьогодні в Стокгольмі, в Україні, «Газпром» виставив 38 мільярдів позов доларів? Дальше министры заседали в закрытом режиме. Однако вопрос о введении чрезвычайного положения в энергетике так и не поднимался. Об этом уже после заседания сообщили вице-премьеры Геннадий Зубко и Павел Розенко. Анна Каменева, Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал «Интер». На заявление Владимира Гройсмана глава фракции «Батьківщина» уже отреагировала. Юлія Тимошенко уверена, что такую реакцию премьера вызвал проект постановления о его отставке, который «Батьківщина» зарегистрировала в парламенте в прошлую пятницу. Дякую за
Валентинку від прем'єр-міністра, ми дали дуже чіткі аргументи. Чому? По-перше, це повна руйнація економіки України. Це галопуюча інфляція. Зачищений практично малий бізнес, середній клас, його просто знесли з обличчя України. Крім того, одночасно йде знищення малих сіл для того, щоб звільнити сільськогосподарську землю для продажу. И вернемся к отчету Кабмина. Сейчас в нашей студии министр финансов Александр Данилюк. Александр, здравствуйте. Как вы видите, есть разные мнения по поводу деятельности Кабмина. Что вы считаете достижением правительства Гройсмана и достижением вашего министерства в частности? Добрый вечер. Ну, насправді, я так не дуже люблю говорити там термінами там перемога, зрада, досягнення. Насправді, уряд працює. Ми орієнтовані на результат, ми працюємо як єдина команда, і тоді дійсно є результати. І що можна, ну, з самого початку, коли ми почали працювати, у нас головний був орієнтир – це відновити економічне зростання, тобто дати поштовх розвитку економіки. І, як ви бачите, це дало свій результат, тобто перший раз ми продемонстрували зростання, економічне зростання. За результатами року це було 2,2%. Це непогано. Звичайно, хотілося б і вище. Але траєкторія, вона, в принципі, вона позитивна. І зразу хочу сказати, що не зовсім правильно все приписувати, звичайно, цьому уряду. Це дійсно робота і також попереднього уряду. Але ключове – це далі продовжувати той самий тренд. На чому він базується? Перше – це дерегуляція, реальна дерегуляція. Бо ми зробили досить багато. Перше – ми завершили реформу контролюючих органів. Тобто їх скоротили вдвічі. Це реально було на практиці зроблено і вже є певні результати. Потім досить серйозно було зроблено і в сфері реєстрації власності. Звичайно, зміни податкового законодавства. Все це дає результат, дає певні стимули для розвитку бізнесу, а також для залучення інвестицій. Наприклад, в минулому році іноземні інвестиції збільшилися вдвічі порівняно з 2015 роком. Тобто є результати, і це результат не просто там якогось бажання економічного зростання, а важливих змін, системних змін, які спрямовані на результат і дають результат. Націоналізацію Приватбанка ви лично вважаєте достиженням? Ну, дивіться, то як на це? Це було непросте питання. Над цим дуже, ну, це була націоналізація, це вже просто рішення. А до цього шукалися варіанти, як врегулювати ситуацію навколо Приватбанку. Тобто це була така міна з часовим механізмом, ніхто не знав, коли вона вибухне. Тобто розуміли системні проблеми банку і шукали всі можливості для того, щоб ситуацію врегулювати. А вже коли з'ясувалося, що крім націоналізації інших варіантів немає, то держава вступилася і прийняла це відповідальне рішення. Звичайно, можна б цього було, бо може хтось і хотів би цього уникнути, це було б безвідповідально. Тому це не досягнення, це конкретний результат. Це виважене рішення, відповідальне рішення. Як ви бачите, воно зараз показало, що це було правильне рішення. Можуть ли ще банки закритися? Є, може бути, у вас в планах ще якісь проекти націоналізації? Дивіться, в мене в планах цього немає. Бо Міністерство фінансів, це був, ну, дуже рідко приймається рішення про націоналізацію. Тобто, дійсно, був проблемний банк, було Національний банк підняв питання стосовно, вони запропонували націоналізацію, можливо було прийняти і інше рішення – ліквідація банку. Ми зважили всі позитивні і негативні сторони і прийняли рішення націоналізувати Приватбанк. Міністерство фінансів включається тільки, коли приймається рішення про націоналізацію. Це, що стосовно банківської сфери, це питання, скоріше, до Національного банку, а не до Міністерства фінансів. Я не бачу підстав для подібних дій в майбутньому. В принципі, я вважаю, що ситуація на банківському секторі зараз досить стабільна. Тобто, скажімо так, оптимізація і
оживлення, так сказати, банківської системи вже розпочалося. Через те, що були прийняті такі непопулярні рішення, але які прибрали оці внутрішні бар'єри для розвитку банківської системи. І ще один вопрос, дуже хвилює багатьох, це курс гривні. Що буде з нею, по вашим прогнозам? Ну, ви так думаєте, що міністр фінансів відповідає на всі питання. Я можу свою позицію сказати, але це питання до Національного банку. Тобто, правильніше буде, якщо коментувати це буде Національний банк. Що я можу сказати, що в бюджеті закладена гривня, долар за 27,2 гривні за долар. Тобто, в принципі, те, що зараз є на ринку. І ми вважаємо, що такі курси буде протягом року. Якщо будуть якісь зміни, то треба буде міняти і відповідні плани уряду і вносити відповідні зміни. Але насправді зараз я не бачу будь-яких підстав для серйозних змін курсу. Тобто минулий місяць це були такі, скоріше, спекулятивні рухи, які ви бачите, вони повернулися на стабільний рівень. Ну, курс гривні во многом зависит от кредита МВФ, а в самом фонде утверждают, ходом переговоров с Украиной довольны, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и добавила, ряд ключевых вопросов уже урегулирован, остается, цитирую, утрясти несколько моментов с украинскими властями. Конец цитаты. Одно из условий выделения очередного транша – это пенсионная реформа. Либо пенсия, либо зарплата. Вот один из ее пунктов. Об этом рассказал министр соцполитики Андрей Рева. Так если это условия в требованиях МВФ, и вообще, что, какие условия сейчас нам выдвигает валютный фонд? Потому что звучат разные предположения, разные условия. Ну, смотрите, по-перше, мы комментуем... коли ми завершили всі переговори і підписаний меморандум, тоді він оприлюднюється і, відповідно, робляться всі публічні заяви. Хочу сказати і підтвердити інформацію від Міжнародного валютного фонду, що ми зараз на завершальній стадії і найближчим часом ми узгодимо всі питання. В будь-якому разі ми відстоюємо інтереси. І тут, до речі, вони не відрізняються від позиції Міжнародного валютного фонду. Дуже часто. Це просто питання механізмів. Але мета у нас одна. Це, щоб зробити нашу економіку сильною, конкурентоздатною. Якщо ми говоримо про соціальний захист, то пенсії мають бути не базуватися на яких там популістичних моделях, які можуть розруйнуватися протягом місяця двох років. Коли ваші прогнози? Я зараз спільно на це питання. А має бути справедлива модель, яка гарантує в довготерміновій перспективі рівень пенсій, гідний рівень пенсій і стабільність виплат. Коли слідує чекати отримання грошей? Дуже все просто. Підписується меморандум, призначається рада директорів. Це я очікую. Ну, це, знову ж таки, питання календарю самого фонду. Це ну, може бути там, через 2-3 тижні. Після цього це питання днів, коли транш поступає в Україну. І також, хоч я і моя колега Валерія Гонтарєва ведемо переговори ключові, але ми правильно звернули увагу на те, що ці гроші, вони потрапляють в резерви Національного банку, і це також додатково укріплює гривню. Тому для нас це надзвичайно важливо. Ну, ви говорили, що буде в початку февраля, уже середина февраля, що змінилось? Просто є питання, що це узгодження технічних питань, воно може зняти один день, може зняти трошки більше часу. Зараз це нормальний процес переговорів, який на завершальній стадії. Ще один вопрос к вам. О вашем недавнем конфлікті з главою фіскальної служби Романом Насіровим. Я напомню зрителям, ви ініціювали привлечення його до дисциплінарної відповідальності після поїздки Насірова в Америку на інаугурацію Дональда Трампа. Я процитирую, за систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте. Также вас интересовало, за какие деньги Насиров летал. Так что же с расследованием и обойдется ли все просто выговором? Ну, по-перше, тобто я надав всі необхідні документи згідно закону. Я маю це передати в комісію Вищого корпусу Держслужби. Зараз ці матеріали туди потраплять, вони будуть робити необхідне там розслідування і приймати рішення. Тобто, ну, знаєте, закон про Держслужбу, він, в принципі, досить обмежує можливості міністра впливати на
на кадрове призначення. Тобто я буду свою позицію відстоювати. Для мене не головне покарання. Для мене головне, щоб чітко працювала державна система. Тобто я як міністр, якщо ми запланували певні реформи в податковій сфері, вони мають реалізовуватись. Якщо є, якщо ігноруються, наприклад, вказівки або рішення Кабінету міністрів, вказівки міністра в якості доручень, або рішення Кабінету міністрів спрямовані на реформування цієї сфери, то, вибачте, має бути, ситуація має бути змінена. Або це буде догана, або інші рішення кадрові, або нехай керівник тоді переорієнтується і впроваджує те, для чого він, в принципі, і зайняв цю посаду. Тому я, от для мене це головне. Бо, як ви знаєте, реформа податкової, і всі очікують. Про не багато говорять, дійсно якісь зміни, але очікується набагато іншого рівня змін. Правильно? Корупція є? Є. Будемо тиск так. На бізнес є? Є. Він має піти. Ця служба має стати сервісною. Щоб відновити довіру. Будемо ждати, у всякому випадку, в цьому конфлікті. Будемо ждати результату розслідування. Ви не орієнтуєтеся на конфлікти. Ви орієнтуєтеся на результати. Конфлікти – це теж добре, насправді. Бо воно просто витягує проблеми назовні. У нас просто всі звикли до того, щоб договорюватись між собою, десь там закритими дверями. Конфлікти – це добре. Спасибо большое. Министр Дякую. Финансов Александр Данилюк был гостем нашей студии. Дякую. Коалиционный плен. Почему нардепы не могут выйти из коалиции даже после написания соответствующего заявления? Разобраться с этим может парламентская временная следственная комиссия. Постановление о ее создании подал лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Политик говорит, еще год назад вместе с коллегой Александром Сугуняко написал заявление о выходе и из парламентского большинства, и из фракции БПП. Но ВОЗ и ныне там. Чтобы получить нефракционную свободу, такие заявления депутатов должен зачитать на заседании Рады спикер. Однако Андрей Порубий делает это выборочно, утверждает Каплин. В подобной ситуации оказались и другие депутаты. Порубий не оголошує про выход. Таким чином тримає у обіймах частину народних депутатів України у коаліції і фіктивно зберігаючи коаліції, якої не існує. Це означає, що коаліції немає. Це означає, що Україна потребує виборів. Ми повинні дати правову оцінку його діям як чиновника. І за подібні злочини політики повинні відповідати перед законом. Тому що недієвий парламент – це криза політична, економічна. А це означає, що немає нормальної пенсії, немає нормальної стипендії, немає нормальної зарплати. Саме через це високі тарифи. Бездомный, бескорыстный и очень забывчивый. В Кривом Роге судья Жовтневого райсуда продал служебную квартиру за бесценок и забыл внести сведения о сделке в электронную декларацию. Еще в 2014-м он вынес решение снять с регистрации жильцов коммунальной квартиры под предлогом того, что они там не проживают. Затем встал на очередь на служебное жилье и сам прописался в скромных апартаментах. Позже приватизировал их и через несколько месяцев продал 35 квадратных метров всего за 36 тысяч гривен. Риэлторы говорят, рыночная цена такой квартиры 9-12 тысяч долларов. Но судья настаивает, отдал ее за символическую цену. Видимо, из-за того, что прибыль оказалась скудной, Алексей Пустовит не указал ее в своей декларации. Как их называют? Малосемейка. Тут она совсем маленькая. Простыми словами, она убитая. Угу. Вот так вот что. Не успели в Национальном агентстве по противодействию коррупции приступить к работе, а механизм для проверки электронных деклараций зарегистрировали только вчера, как министр юстиции Украины Павел Петренко уже обвинил антикоррупционеров в бездействии. Об этом сообщает Интерфакс. Петренко заявил, после второй волны е-декларирования в руководстве нацагентства могут полететь головы. Вот только кто же тогда будет проверять декларации чиновников, вопрос остается открытым. «Я не я, и хата не моя». Примерно так можно охарактеризировать объяснение главы Одесского админсуда о своих пьяных похождениях вместе с другом-членом исполкома. Видеозапись их общения с полицейскими продолжает бить рекорды по просмотрам в интернете. Кто права, кто виноват в этой скандальной истории и что грозит судье? Далее в нашем материале.
На этих кадрах Олег Глуханчук, председатель Одесского окружного админсуда, всего несколько дней назад вершит судьбы. А здесь уже в компании друга, члена исполкома горсовета Николая Шурды. Оба на веселе. Тойоту, в которой ехали, остановили патрульные и заподозрили, что водитель пьян. Ответ товарища судьи стал настоящим хитом в интернете. Я плачу налоги тебе, тварь, чтоб ты получал зарплату. Тем не менее, на медэкспертизу патрульные отправляют судью. Анализы подтверждают, он в состоянии алкогольного опьянения. Исполкомовец тем временем продолжает сыпать оскорблениями. Иди отсюда, встал, ушел. Вот когда-нибудь твои действия обжалуют, я тебе пополню. Сегодня судья Глуханчук уже на рабочем месте оправдывается. Дескать, не он был за рулем Тойоты, а друг из исполкома Шурда его просто подвозил. Разразившийся же скандал называет спланированной провокацией. Кермом я не оседал, а сидел сбоку. Если вы были пассажиром, это же не нарушение быть выпившим. То есть зачем тогда проходить медицинское свидетельство? Ну, не можно за питание відповісти. Что касается матерщинника Николая Шурды, то в горсовете Одессы говорят, на связь он не выходит и больше ничего не комментируют. Общественность, между тем, требует от мэрии принять меры в отношении должностного лица, публично унизившего полицейских. Если этого не произойдет, мы с завтрашнего дня выставляем плазму на Думской, где будем крутить этот ролик до тех пор, пока не получим официального ответа от мэрии. Так тоже все-таки был за рулем иномарки. Пролить свет могла бы копия протокола об админнарушении. Но в полиции документ скрывают. Однако признают, управлял машиной тот, кто в дальнейшем и прошел медосмотр. То есть судья. Передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі 600 неоподаткованих мінімумів громадян з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. Вслед за этим скандалом всплыл еще один, более ранний. Оказывается, председатель суда Олег Глуханчук живет вот в этом шикарном доме прямо на берегу моря в элитном районе Одессы. Как он заработал на такой особняк? Вопрос. Хотя сам судья уверяет, это простой эйлинг. Сооружение, где хранятся яхты. Пусть даже и площадью 230 квадратных метров. У меня была квартира. Да все же написано. Все есть в декларациях. Я и продал эту квартиру. И за эти деньги купил этот дом. То и не дом же. Это же эйлинг. Там же... Боже збоги, що це домом назвати? Обратят ли правоохранители внимание еще и на судейские активы, тоже пока остается под вопросом. Андрей Анастасов, Анна Каменева, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Необычный судебный процесс начался в Харькове. Там собственник разграбленного в прошлом году мариупольского нефтеперерабатывающего завода требует от полиции охраны, которая обеспечивала безопасность предприятия и откровенно бездействовала во время захвата завода, более 140 миллионов гривен компенсации. Продолжение расследования подробностей этой резонансной темы. До войны мариупольский нефтеперерабатывающий был одним из самых новых в Украине. С началом боевых действий предприятие остановилось. Комплекс с оборудованием передали банку, ранее выдавшему кредит на его покупку. Тот заключил договор с государственной полицией охраны, одним из структурных подразделений МВД. Но 8 июля прошлого года группа неизвестных автоматчиков захватывает завод. Они поставили под оружие полицию охраны и заставили их покинуть данный объект. Никаких мер по его освобождению, либо по крайней мере, блокировке людей, которые здесь находятся, принято не было. По факту захвата предприятия открывается уголовное производство. Тем не менее, в течение 10 дней захватившие завод беспрепятственно при помощи трех большегрузных кранов демонтируют и вывозят самое ценное оборудование, в том числе установку по перегонке нефти, ценой около 4,5 миллионов долларов. Также по делу открывают еще два уголовных производства. Тайное похищение оборудования и по факту вооруженного разбоя с применением огнестрельного оружия. Но в правоохранительных органах общение с журналистами на эту тему избегают. Вот как ответствовал глава Донецкой полиции на одном из брифингов на вопрос по захвату и разграблению НПЗ. Интересный вопрос. Я знаю, что идут проплаты определенным каналам для того, чтобы этот вопрос будировать. Мы даже не знаем, кто в реальности сейчас там хозяин и кто будирует эту тему. Где владелец сейчас на данный момент находится? Что сейчас там происходит и кто его охраняет? Законно это или нет?
И вот сегодня в Харькове начинается необычный процесс. Владельцы украденного оборудования подают иск в Мариупольскую полицию охраны на 140 миллионов гривен. Правоохранители свою вину отрицают. В зале суда юрист полиции объясняет, по договору на территории они охраняли общественный порядок. Поэтому сопротивляться незнакомым автоматчикам не могли, ведь тогда бы они сами нарушили общественный порядок. Около 30 людей, вооруженные огнестрельным оружием, с подствольными гранатометами, в поддержке внедорожника «Хаммер» с крупнокалиберным пулеметом, они просто, как сказать, вытолкали наряд за предел. Учитывая то, что предметом договора было именно осуществление публичной обеспеки, поэтому наши наряды, они не могли нарушать публичную обеспеки. Это охрана порядку, так? Якщо озброєні люди у великій кількості заходять на підприємство, яке перебуває під охороною даної організації, і вони це спокійно дозволяють. Більш того, вони, як повідомив сам представник, фактично не реагували. Уже после суда мы попросили юриста объяснить эту необычную позицию полиции охраны и объяснить, почему в течение 10 дней структурное подразделение Министерства внутренних дел не вмешивалось в разграбление завода и зашло на предприятие только после того, как неизвестные автоматчики беспрепятственно покинули завод. Есть такое понятие, как тайна следствия. В любом случае, я не могу комментировать, что там было, что там не было, идет следствие. Поэтому по его окончанию компетентными органами будет принято решение. Но есть и другое объяснение такого нежелания отвечать на вопросы репортеров. Ранее на связь с редакцией вышел один из очевидцев тех событий. На условиях конфиденциальности он сообщил, что у правоохранителей было достаточно сил и готовность не допустить этого преступления. Все люди, которые приехали в органы, постояв какое-то время, развернулись и уехали. Полиция ГСО готова была освобождать объект захваченный. Но со стороны подкрепления прибывшего органов не было команды. Мы направляли вам запрос. Слова нашего источника подтверждает и начальник Мариупольской полиции охраны. Оставался только штаб силового решения. Я некомпетентен был принимать, точнее не принимать. Я не принимаю тут такие решения, находясь в зоне проведения антитеррористической операции, осуществлять боевые действия на территории. Вот и все. А кто компетентен принимать такие решения? Я надеюсь, что вышестоящий руководитель. Якация посадовая особа? Это министр или это руководитель полиции области? Может быть, все из перечисленных к этому тут относятся. На данный момент следствие так и не установило, кем были автоматчики и в чьих интересах они действовали. Также не проводилось ни одной служебной проверки по факту бездействия полицейских. А на вопросы репортеров правоохранители отвечают – тайна следствия. Оксана Григорьева, Руслан Смещук, Даниэль Косаковский. Подробности, телеканал Интер. На днях мы ожидаем комментарии ключевых свидетелей этого резонансного процесса. Не пропустите. Прифронтовая стоматология. Волонтеры создали мобильную лабораторию, чтобы лечить украинских бойцов на передовой. Сегодня передвижная клиника отправилась в Авдеевку. Как военные на прием к стоматологу ходили, видел Ярослав Кречко. Медицинская машина подъезжает к Авдеевской девятиэтажке, разбитой снарядами боевиков. Именно здесь Салим, гражданин Ливана, разворачивает мобильную стоматологию. К украинским бойцам он приехал в свой день рождения. Мужики, которые здесь, они являются настоящими. Люди, которые здесь, их объединяет идея. Все любят Украину, и никто за деньги здесь не работает. Поэтому я приехал, выбрал свой день с нормальными людьми встретить свой день рождения. Салим в Авдеевке не впервые, поэтому многие о его приезде знали заранее. Вітаємо вас. Спасибо, спасибо, приятно, очень приятно. Вы робите дуже велике діло. Вы делаете больше, чем я. Я приезжаю один раз в месяц, а вы каждый день здесь. Спасибо вам. Возле клиники на колесах очередь. Лечить зубы особо негде, да и обычно военным не до этого. В любой момент подрываются, бегут, и где там зубы. О них особо никто и не задумывается. Думают, когда они уже болят. Один из тех, кто терпел до последнего – Руслан. Еще утром он был на передовой. Днем собрался к стоматологу. Госпиталь в 50 километрах от Авдеевки. Но повезло с волонтерами. Зуб болит, потому что тут и это такая и вода, и просто и климат, и холодно, и чай, и потом на холод. На холод выходишь, перепадает температура. Максимально стараешься одному человеку там 2-3 зуба сделать, то, что рядышком, чтобы хотя бы как-то исправить. Но по факту здесь работать и работать.
Прифронтовые города Сергей и Салим на несколько дней отправляются каждый месяц. На этот раз поездка праздничная. Совпала не только с днем рождения владельца клиники, но и с днем всех влюбленных. У меня две валентинки, маленькая дочка и жена. Вот я их люблю больше всего на свете. Когда ты приходишь первый раз, помогаешь военным, ты почувствуешь, что тебе нужно второй раз. И на второй раз я убеждаю, что надо третий раз. И сегодня день влюбленных. Я поздравляю всех влюбленных. И самая большая любовь – это к матери. И вторая любовь – это любовь к родине. Эту клинику на колесах, рассказывает Салим, он использует только как волонтерскую. Кроме помощи украинским военным в зоне АТО, уже на мирной территории бесплатно лечит детей-инвалидов, бездомных и других социально незащищенных людей. Ярослав Гречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Московский горсуд в закрытом режиме признал законным продление ареста для украинского журналиста Романа Сущенко. Он останется в изоляторе как минимум до 30 апреля. Жалобу подавал адвокат обвиняемого Марк Фейгин. По его словам, в деле есть показания только одного свидетеля. Это человек, с которым Роман знаком уже 25 лет. Все остальные – оперативные сотрудники ФСБ. Они же участвовали в задержании Сущенко. Напомню, нашего коллегу обвиняют в шпионаже. Даже по российским законам ему грозит до 20 лет тюремного заключения. На судебном заседании вновь рассматривался вопрос по моей жалобе относительно того, что не обязательно совершенно столь суровый мер пресечения в виде содержания под стражу по отношению к Роману Сущенко обеспечивает следствию возможность для хода дела, для ведения дела. Вполне те же самые возможности обеспечивает домашний арест. Судья Комлева, который принимал решение, мне бы показалось, что несколько игнорировала сильнее обычную аргументацию стороны защиты. В украинском МИДе сегодня прокомментировали уголовное преследование Романа Сущенко. Особо подчеркнули, Москва абсолютно сознательно ограничивает украинцев в правах, а ФСБ вместо расследования занимается подтасовкой фактов. Это абсолютно зарежиссовано. Фабрикована справа. І чиниться психологічний тиск однозначно на Романа Сущенка. Крім того, наших консулів не допускають до самих судових засідань. Ми черговий раз вимагаємо від російської сторони припинити свавілля і припинити розправу над нашими громадянами, в тому числі над журналістом Романом Сущенком. Санкции против России нужно усилить, если она продолжит нарушать Минские соглашения. Такие заявления прозвучали сегодня в Европарламенте в ходе дебатов, посвященных ситуации на Донбассе. Евродепутаты в очередной раз осудили агрессию со стороны Москвы и призвали ЕС к дальнейшим решительным действиям. Подробнее наш брюссельский корреспондент. Украина на повестке дня Европарламента. Сегодня на заседании в Страсбурге европейские депутаты обсудили ситуацию в Авдеевке и эскалацию конфликта на Донбассе. Позиция Европы однозначна. Ответственность за гибель мирного населения и разжигание конфликта лежит на России. Россия несет прямую ответственность за разрешение кризиса. Мы продолжим призывать Москву использовать свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, чтобы привести их к выполнению Минских соглашений. Это война в Европе, война, которая унесла более 10 тысяч жизней. Россия хочет не только контролировать Украину, но и сделать ЕС и НАТО беспомощными. Война в Украине – шаг на пути к этому и тест на единство Европы. Мы должны остановить Путина, пока он не добрался до других стран. Ослабление санкций станет нашим поражением. Если агрессия России будет нарастать, нам придется ввести новые ограничения. Ситуация на Донбассе, попытка Москвы проверить на прочность администрацию Трампа, уверены европейские депутаты. Они призвали своих коллег из руководства Евросоюза дать решительный ответ на эту агрессию. В Украине находятся 36 тысяч российских военных. Мы должны усиливать санкции против России. Это агрессор, а Украина – жертва. Минские соглашения необходимо пересмотреть. Мы должны заставить Россию прекратить оккупацию Украины и вывести свои войска. Нам следует пересмотреть нормандский формат и действовать на основании Будапештского меморандума. В ходе дебатов также прозвучали призывы предоставить Украине как можно скорее безвизовый режим с Евросоюзом. Напомню, на прошлой неделе глава Еврокомиссии
Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что это решение можно ожидать уже до начала лета. На следующей неделе Украину также посетит еврокомиссар по гуманитарным вопросам Христос Сталианидас, в том числе и отправится на линию разграничения в зону АТО, чтобы лично увидеть происходящее там, а также пообщаться с мирными жителями. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Реформа армии – одно из главных условий для Украины на пути вступления в НАТО. Основные пункты для начала переговоров с альянсом сегодня назвал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников. Комментируя сообщение президента Петра Порошенко о планах провести референдум о вступлении в НАТО, Винников подчеркнул, вопрос можно ставить на голосование только после осуществления масштабных преобразований в украинской армии. ВСУ все еще необходимо приводить в соответствие с современными мировыми стандартами. Европарламент одобрил механизм прекращения безвиза для Украины. Об этом сообщил в Твиттере специальный брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвек. Теперь наша страна на шаг ближе к безвизовому режиму. Ранее сообщалось, что 28 февраля Европейский парламент, Еврокомиссия и Совет ЕС обсудят отмену виз для украинских граждан. Посмотрите подробности и далее в нашей программе. Жесткая экономия. Почему в Ривне замерзают дети-инвалиды? На выход, кто первым покинул команду Дональда Трампа? Британский щит. Какую систему кибербезопасности разработали в Соединенном Королевстве? Экономия на больных детях. В Ривненской области в реабилитационном центре для детей, которые отстают в развитии, директор решил ввести отопительный график. В классах и спальнях температура не выше 13 градусов, зато у директора в кабинете всегда тепло. Почему мерзнут те, кто не может себя защитить, и какие еще махинации процветают в центре? Выясняла Инна Белецкая. Майка, два свитера и жилет, колготы, двое носков и теплые штаны. Деток в Весенинском реабилитационном центре кутают как капусту, да и воспитатели утепляются. Спрашиваем у директора, какая температура в спальнях, уверенно отвечает 16-17 градусов, но на термометре 13. 13-14. 13, так, и это мы в спальне, да? А что такие? Ну, что ж такие, сам не знаю, что такие. Малі гроші виділяються зараз на опалення. Трошки. Малі? Малі, так. На газ. Іменно на газ. Спортивний зал здесь ще холодніє. Так як ми тут рухаємось, ми не сидимо. Дітки завжди пробувають в русі. Ну, конечно, хотелось бы завжди кращего. В медпункте тоже холодно, батареи ледяные. И тут директор признается, отопление с 9 утра до обеда и вечером отключают сами. Включают на пару часов, а ночью обогревают электричеством. По графіку подаємо тепло. Ну, документом яким? Яким документом? Вимога сама ставить нас таке. І нам ну, більш-менш тепло, це ж не то, що холод якийсь такий, щоб... Это кабинет логопеда, родственницы директора. Здесь стоит обогреватель, хотя такие приспособления в детских заведениях запрещены. Не можно, але ж діти займаються і тут, в кабінетах. Спать дети тоже вынуждены одетыми под несколькими одеялами. А вот директор не мерзнет. У него в кабинете большая горячая электропанель. Потому что эта батарея, она греет весь этот блок. Потому что тут розетка только есть. Тут розетка. Больше розеток у нас нигде нет. Об экономии на больных детях в управлении образования узнали от журналистов. Там абсолютно все для того, чтобы... забезпечить температурний режим згідно санітарних правил. Тобто є котельня, є газова котельня, є котельня, яка в 2014 році провели модернізацію, зробили електроопалення. Коштів абсолютно вистачає. Пока мы разбирались, какая температура в помещениях, на кухне приготовили обед. И этим занималась одна сотрудница. По документам у нее есть помощница, которая получает зарплату. Сначала нам сказали, что помощница ушла в подсобку. Потом появилось еще несколько версий. Можем в туалете не свидетельствоваться. Она не попереджена, без прически. Не, ну она же на рабочем месте має бути. Я ей накажу за то, что ей немає на рабочем месте.
В итоге нам показали прачку. Она якобы вместо помощника повара, а вот сам помощник ни в туалете, ни в подсобке не прогуливает. А на больничном. Машинист пронята ремонт одежды. Прошу нам обязали курить. Она сегодня меняет его. Заходит. Сколько у вас зараз броня? Одна. Сейчас в центре 30 детей и 74 работника. По штатному расписанию закрыты практически все кабинеты. Спрашиваем, где музрук. И оказывается, больна не только помощница повара. Я сказал, таки кухарь? Да. А нет, два. Мускеревник и кухарь. Управление образования обещает провести служебную проверку. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер. А в столице заоблачные платежки за отопление пересчитывать не будут. Нет оснований. Об этом заявил коммерческий директор «Киевэнерго» Евгений Бушма в своем блоге. По его словам, в компанию пришли сотни обращений с просьбой проверить счета на 7-8 тысяч гривен, выставленные энергетиками в январе. Потребители считают это недоразумением, но такую космическую стоимость отопления Бушма объясняет подорожанием газа. В среднем, по его расчетам, обогрев одного квадратного метра в Киеве обходится в 30 гривен. В Румынии тем временем не утихают протестные настроения. Несмотря на то, что власти отказались принимать поправки в уголовный кодекс, из-за которых и восстал народ, люди остаются на улицах Бухареста. Оппозиционные активисты требуют отставки правительства. Возле госучреждений в столице собрались около 50 тысяч человек. Продолжаются многотысячные митинги и в других городах. Массовые протесты захлестнули страну 2 недели назад, когда власти хотели амнистировать чиновников-коррупционеров с помощью поправок в закон. Принял удар на себя. В администрации Трампа первая отставка. Почему ключевой советник президента не продержался на посту и 3 недели, и за что его уволили? Дмитрий Анопченко знает ответы. Ему прочили большое будущее. Еще бы, ведь генерал Майкл Флинн был одним из самых близких людей к новому президенту. Бывший глава военной разведки, человек, который всю жизнь сочувствовал демократам, но ради Трампа стал республиканцем. Теперь он ушел в отставку, поставив антирекорд. Продержался меньше всех в истории США на этой должности. Формальная причина – контакты с российским послом в Вашингтоне. Помните, в конце декабря Барак Обама, уходя и хлопнув дверью, ввел дополнительные санкции против России за кибератаки. В этот день Флинн разговаривал с российским дипломатом. Спецслужбы зафиксировали этот звонок и стали выяснять, а нет ли координации действий между командой Трампа и Москвой. Тогда этот скандал удалось замять, мол, ни о чем таком не говорили, но теперь он выстрелил вновь. Вашингтон-Пост на днях раскопала, что разговор все-таки был. Разговор о санкциях и о том, что новая администрация может их снять. И написала. Переговоры давали Кремлю неуместный и, возможно, незаконный сигнал, что можно ожидать ослабления санкций, которые были введены администрацией Обамы в конце декабря, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 года. После этого у Флинна оставались только 2 варианта. Заявить, что действовал по команде сверху, или принять огонь на себя. Он ожидаемо выбрал второе. Генерал заявил, что предоставил Белому дому неполную информацию о своих контактах с российским послом, извинился перед Трампом и вице-президентом, после чего и написал заявление по собственному. О чем именно Флинн говорил по телефону, пока остается в тайне, как непонятно и почему бывший глава разведки не додумался, что его могут прослушивать свои же нынешние коллеги. В любом случае, он подал в отставку, и Дональд Трамп лишился одного из ключевых членов своей команды, которому, по предварительной информации, и хотел поручить курировать отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Дело в том, что в новой администрации рассматривали план, что эту тему должен вести вовсе не вице-президент, как было при Бараке Обаме, а именно советник по национальной безопасности. Но теперь этим планам сбыться уже не суждено. И кто станет новой Нуланд? Человеком, который будет вырабатывать политику Соединенных Штатов, в том числе в отношении санкций, в том числе в отношении войны на Донбассе, пока по-прежнему непонятно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Сегодня начинается визит в Соединенные Штаты израильского премьер-министра Бенджамина Нетаньягу. В Израиле с этой поездкой связывают большие надежды, хотя повестка дня переговоров уже вызвала у многих политиков разочарование. Продолжит Сергей Услендер.
Беньямин Нетаньяху уже прибыл в Вашингтон и сейчас готовится к переговорам с американским президентом, которые начнутся завтра. Этот визит израильская пресса уже называет историческим, хотя Нетаньяху бывал в Вашингтоне и не раз. Но эксперты акцентируют свое внимание на том, что более дружественной администрации в Белом доме не было, пожалуй, за всю историю американо-израильских отношений. Предлагал же Трамп, например, перенести посольство в Иерусалим, что было бы равносильно признанию этого города столицей еврейского государства. Но израильтяне решили с этим не торопиться. Правые же политики очень надеются, что разговор пойдет в том числе и о еврейских поселениях на западном берегу реки Иордан. Но и это, похоже, не будет основной темой переговоров. У Нетаньяху совершенно иные планы. И поэтому, во-первых, он сделает большой акцент на иранском направлении. Нетаньяху хочет, видимо, поднять два вопроса с Трампом. Первый вопрос, что будет, когда заканчивается нынешняя сделка? То есть каким образом Иран выходит из этой сделки? Через 10 лет он сможет создать бомбу? Или все-таки можно придумать как-то так, чтобы он и через 10 лет бомбу не смог сделать? И что касается ракетостроительной программы Ирана. То есть Иран строит сейчас ракетоносители. И необходимо, по мнению Нетаньяху, добиться так, чтобы запрет на развитие ракетной программы Ирана тоже вошло в эту сделку. Судя по всему, какую-то часть израильского политического истеблишмента ждет разочарование. Планы Нетаньяху, как оказалось, гораздо более масштабные, чем рассчитывали многие политики. В частности, он собирается говорить с Трампом о достижении некоего соглашения с умеренными арабскими режимами для установления общего регионального мира. Вопросы же поселений, вопросы же строительства и создания палестинского государства, похоже, отойдут на второй план. Но в любом случае итоги визита станут известны только после его завершения. Сергей Услендер, подробности. Телеканал Интер, Израиль. Война на виртуальном фронте. Великобритания усиливает защиту от хакерских атак. В Лондоне сегодня открыли Национальный центр кибербезопасности. На церемонию прибыла даже Ее Величество с супругом. Почему такое внимание уделяют борьбе с кибератаками и насколько они стали изощренней? Смотрите материал Светланы Чернецкой. Вот видите, злоумышленники взломали обычную куклу, чтобы отключить сигнализацию в доме. От хакерских атак не защищен никто, рассказывает Ее Величеству в штаб-квартире новосозданного киберцентра. В обычном британском доме до 8 приборов подключено к интернету. От мобильных телефонов до кофеварок и пылесосов. А это только упрощает задачу злоумышленникам. Цифровые технологии внедрились в нашу жизнь настолько, что под ударом безопасность всего королевства. Цифровая экономика продолжает развиваться и становится все более уязвимой. А те, кто заинтересован этим воспользоваться, не бездействуют. Кибератаки становятся изощреннее и происходят намного чаще. В среднем дважды в сутки Великобритания подвергается серьезным кибератакам. Это хищение личных данных или же информации об особо важных объектах. И в центре не исключают. Дальше возможны попытки отключения электростанций, взлом систем транспорта, а это сразу повергнет страну в панику. Мы особо обеспокоены поведением России. Она существенно изменила свой подход к кибератакам и готова их применять. И мы должны быть к этому готовы. И это не только нападение на индустриальные объекты, но и вмешательство в демократические и политические процессы. Кибербезопасность сейчас одна из самых актуальных проблем в Европе. Спецслужбы Франции, Германии и Нидерландов договорились обмениваться информацией о попытках России влиять на выборы в этих странах. Там опасаются так называемых операций влияния, то есть за усилия ботов во всемирной паутине для распространения фейковых новостей и утечку частных переписок влиятельных людей. О подозрениях Москвы в хакерских атаках сообщили также в Дании, Норвегии и Италии. А в Нидерландах решили не рисковать и, чтобы исключить возможность кибернападения, вовсе отказались от использования компьютеров при подсчете голосов на мартовских выборах. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Тернополь претендует на звание второй западной столицы Украины. А чтобы привлечь туристов в регион, руководство области организовало выставку-презентацию лучших достижений своих соотечественников. Она открылась в Киеве, в Украинском доме. Детали в сюжете.
36 замков, университеты, библиотеки, дома моды, пивоварни и колбасные цеха. Им есть чем гордиться, считают жители Тернополя. Они приехали в столицу, чтобы показать и представить свое производство. Особая гордость на этой выставке – борщевская вышиванка. Этим сорочкам более сотни лет. Они украшены трипольскими орнаментами и, главное, все в черном цвете, так как после Первой мировой войны люди много лет носили траур по погибшим. Як правило, сорочка, яка робилася в кінці 19-го, початку 20-го століття, вона мала ромбічні візерунки. Чуть трошки пізніше, до військовий період і після військовий період, у селах почали вишивати квітами. А вот артбуки виповнені вручную, не менее інтересне произведення искусства. Всі в одному екземплярі храняться в місцевій бібліотеці. Ця в нас книжка зроблена в вигляді музичного інструменту цимбалів, так? Вона отак цікаво розгортається. Но самые популярные среди посетителей, что совсем и не странно, прилавки с колбасой и бочки с пивом. Здесь все можно попробовать. Тернопольская область постепенно завоевывает украинский рынок, говорят предприниматели. В планах выйти на европейский. Вот, например, мясокомбинат, некогда один из самых больших в стране, но долгие годы стоявший заброшенным, возобновил производство. Плани великі. Ми зайшли вже в 8 областей. Ми заходимо в місто Київ. Ми вибудовуємо мережу власної продукції. Вона смачна, ви бачите, людям подобається і нам приємно це. Возрождать производство, розвивати туризм і, головне, чтить традиції. Вот цілі, яким слідують перші лица регіону. Взагалі ми хочемо показати традиції, які лишилися, які бережуться. Показати, що одні з кращих вишиванок були саме на Тернопільщині, для того, щоб її могли оцінити. І заодно запросити, що це один із елементів туризму, тобто збереження історичної пам'ятки. Для нас дуже важливо, щоб про Тернопільську область побачила вся Україна. Я би хотів показати той потенціал, який в нас є зосереджений. Мало хто знає, що в Тернопільській області найбільша кількість замків. Їх понад 36. Багато хто бачить і знає про Тернопільську область, але мало хто знає про печеру Кришталеву. Організатори сьогоднішнього праздника пообіцяли вже в наступному році представити нове досягнення області. Надіються, що це стане традицією, і до неї присоединяться жителі і руководство інших регіонів країни. Алла Матюшук, Ігор Сулій, подробиці, телеканал «Інтер». За розвитком подій слідіть на нашому сайті подробиці.ua, а я бажаю вам хорошого вечора і до зустрічі.